Так, вот здесь ловим селедку. Там внизу люди ловят. Вот они, рыбаки поприезжали. Спорт. Из Портленда не столько, сколько с Вашингтона. Ванкувер, Такома, Сиэтл понаезжали. Кто-то ловит, кто-то отдыхает. Такие дела, друзья. Рыбаков много. Это сегодня пятница. Что будет завтра, в субботу, трудно представить. Наловили, идут рыбаки, наловили. Стержень ловят, серьезную рыбу, это осетр, стержень. Так, а вот там он тоже с орегоновской стороны ловят люди. Много на орегоновской стороне, вон еле заметно. Сейчас попробую снять, чтобы было лучше видно. Так, вон орегоновская сторона, и вон сколько рыбаков там. Вот там, возле этого камня, раньше мы рыбачили, когда в Орегоне жили, в Портленде. Да, рыбаков полно. Рыбаков полно. Все хотят поймать рыбку. Слава Господу за рыбку, что есть рыбка.